Всем привет, дорогие друзья, с вами Шет и... Винди, всем бобра, дорогие друзья! Если вы любите безумный Майнкрафт, вы просто обязаны поставить этому видео лайк, потому что оно будет абсолютно безумным, прямо как это весь летсплей. Обязаны, иначе я приду, найду вашу собаку и съем ее. Просто потому что могу. Боже, сумасшедший чувак. Ладно, короче, у нас планы на ближайшее время. Мы, короче, скоординировали действия. Чем мы вообще хотим от этого летсплея? Мы хотим пройти. Я знаю, чего не хочу, я упал. Куда ты упал? В яму. В какую яму? Я не знаю. Где там яму нашел вообще? Я не знаю, я уничтожил спавнер и упал в яму. Чего ты там, какую ерунду ты несешь? Вот ты упоролся, давай тпшься ко мне, а, может быть. Сейчас. Да сучки. Ладно. Что такое? О, сколько вас тут! Короче, ребят, лучники. В общем, такая тема, мы при... Вау, действительно много. Лучники. Теперь мы вот этот дарж проходим в этой серии, а в следующей серии мы начинаем искать дракона. Все и верно. Когда мы его побеждаем, мы уже заканчиваем, я так понимаю, безумный Майнкрафт, да? Ну, изначально я хочу его добить до Нового года, это я говорил, а во-вторых, я хочу все-таки убить этого гребаного дракона. Так как луна оказалась багованной и куча модов остальных, которые, которые исследовать это... С ума сойдешь? Просто лучше пострадать ерундой. Убить, господи, сколько их тут! Смотри, тут они подожгли, появились еще чуваки. Просто жесть! Где какая-нибудь ауешка? Столько-то! Магию, Винни, давай! Массовым каким-нибудь заклинанием по ним, долбай! Нет никаких массовых заклинаний, я просто бегаю, ножом их тыкаю! Я тыкаю тебя! Тут на коне какой-то чувак. Откуда у тебя конь? Сдохни вообще. Да тут уже все, я его убил. В тюрьме на коне бегает. Странный пацан. Блин, жесть. Они поджигают, короче, все, и там появляются вот эти поджигатели еще. О, ясно. Я поджигатели приму. Да. Убивать нужно поджигателей как можно быстрее. Хотя нет, синдеры нам вообще-то помогают. Они помогают огнем, по ним закидывают, они умирают. О боже. Ну ты оставь. Я еще одного убил? Оставь пару человек максимум. Жесть. Слушай, у меня, Винди, с моей мега-броней у меня пол хп осталось. Так, конечно, осталось? Да. Ну нет, в смысле, пол этих, еще 5 же. Они что, все тебя бьют. Они просто меня отравили, окей. Именно поэтому я могу бегать рядышком и вообще не париться, они все бьют тебя, я просто летаю рядом и добиваю их. Давай, добивай, все будет хорошо. Кстати, все отлично, да, все отлично. Ребята, тихо! Чего? Господи, какие лучники жесткие здесь просто. Меня кто-то просто отравляет, вот в чем дело. Возможно, я. Нет, вряд ли. Ты что, какашками что ли покидаешься? Нет. Это я. Не обманываешь ли ты часом? Если летает какашка, то это не я. Все, ты улетел? Нет, я, короче, их тут убиваю на первом этаже. Сейчас зачистим первый этаж и пойдем тогда в... Ну, посмотрим, что там вообще есть на этом первом этаже. Я не понял, я, по-моему, на том же первом этаже, но я тебя не вижу. Я не знаю. Вон, ты видишь, да ты куда-то полетел, я слева был. Да? Угу. Я тебя не вижу просто здесь. Сейчас я, паутинка была. Все, короче. А, стоп, это ты? Нет. Да, вот он я, вот. В броне крутой, видишь, какой клевый. Я еще с этим, по-моему, да. Вот он ты, эй! А у меня, кстати, жизни мало, пока я тебя искал. Ну, хилься давай. Так. Сейчас, погоди, я покушаю. Тут невидимка, короче, он что-то... Блин, он хилится, сволочь, хватит хилиться. Да, там есть какие-то ребята, они прям неубиваемые. Я пытался их завалить. Ой, что за паук тут был? Жесткий паук. Боже мой, я чуть не родил тут, пока его, когда его увидел. Ты его убил? Нет, он просто исчез. Где был триггер для этого скримера паученого? Ща, убью этого паренька, блин. Я убью невидимку. Да я тоже, все. Я убил этого невидимку. Да, ты убил, не переживай. Так. Господи, тут из них выпадали жесткие диски. Из них повыпадали эти око паутины. Жесткие диски? Да, и два жестких диска выпало. Жесть. Нормально. Поставлю себе новый винчестер на комп. Ништяк. Ну, да, тут ресурсы винчестера хранятся вообще-то. Да? Если ты не знал. Ну, я, по крайней мере, храню. Так, и вот первый этаж, и он... А, и все, что ли? Вот такой первый этаж. А если прокопать? Это что, мы все, типа, прошли весь дарж? О! Да, весь данж прошли, да ну ко мне давай. Сейчас пытаюсь. И что там? О боже мой. Прошли весь данж, ага. Тут еще подземелье. Тут трон есть. Кто? Все насрать, я король. Где ты трон нашел? Подчиняйтесь мне. Во, крипер, давай. Бомби, ну, бомби, будумс. О, види, иди в жопу, это мой трон. Все, я король. Вы мои подданные. Я король! Во, крипер, давай, будумс! Ух!
Вот он, массовая ОЕшка. Чего? Трон не повредился. Поближе к микрофону подвинься, я тебя плохо слышу. Трон не повредился. А, ну это хорошо. Потому что отключено повреждение трона. Боже мой, слушай, тут лучников. Ребят, хватит. Тебя лучники убили? Да. Жесть. Я в угол, короче, засел, и все, я бью всех подряд. Я, походу, тоже сейчас умираю. Жесть. Все, я кончился. Опять убили? Да. Жесть. Я, короче, отхожу. В жопу! Отступаем, тактическое отступление. Вот, они что-то на тебя залупаются, я буду их пока затыкивать. Да, блин, я тут их уже убил, просто тонны. Тонны не убил. Не один ты. Сейчас, я могу с голоду умереть, поэтому... Еще один упал, не вылечишься. Фига во мне сколько стрел. Вот паук, я паука вижу этого вредного. Господи, отвратительный. О. Он жопой его торчит, Винди. Что тут делает свинья? Охотится за нами. Тут все за нами охотятся, даже свиньи. Все, давай лучников этих убиваем, достали ладно, меня. Ладно. Так, смотри, там за углом... Там за углом тут паук. А, я тебя убил. Я тебя перепутал с монстром, прости. Я не хотел. Типа Friendly Fire выключил, ты говорил. Да я не знаю, как его выключить. А, вот он ты. Так, все. Все? Нет, еще не все. Давай, допинываем остатки. Так. Я слышу паука только что, я не хочу с ним Винди, воевать. Знаешь, где паук? Иди. Вот, сейчас. Да где лучники-то, елки-палки? А, вот он, ё-моё! Вот паук. Вот он, паук, ё-моё! Смотри. Сделай вот так, Винди, подойди сюда. Не трогай. Смотри. Hello! Привет! Привет, тварь! Бьем его. Потихоньку. Давай сейчас я спущусь на один блок. Подожди, вот так. Тварь, давай, прыгай на меня! Забаррикадируйся там. А, он так не пройдет, там же два блока всего. Все, жопа этому пауку. Блин, отвратительный, просто мерзкая тварь большая. Сдохни. Эй, где там? Где он там? Откуда по нам стреляют? Не знаю. Помню, невидимка какая-то. Где паук? Где-то рядом. Мы же его не убили. О, смотри, это санчасть! Они тут все дрыхнут. Ну-ка, какие у вас были предметы? Diamond Sword со смайтом. Что за смайт? По-моему, этим. Смайт это, подожди, это острота. Острота. О, нет, шарпс острота, а смайт это, короче, от этих, от зомби, насколько я помню. А, понятно. Я могу ошибаться, но, по-моему, это от зомби. Господи. А все вот эти вот рыцари. Привет, свинка, я буду называть тебя Дильдипупс. Привет, Дильдипупс, как твои дела? Какие рыцари? Забей на рыцарей. Рыцари, они типа зомби? Смайт по ним действует? А, не знаю, кстати, может они люди. Ну они просто по звукам, они как бы зомби. Давай попробуем. Ой, я нашел паука. Сдохни, я убил его. Да. О, да. Ты видел, где я? Куда я прыгнул? Да, я рядом. В канализацию, блин, какую-то, клаку просто. Вот тебе и данж. Ого. Я данж огромный. Нет. Я гранаты нашел. Есть еще зелье? Да, много. Дай зелье, пожалуйста. Да ради бога, на тебе. Вон, в воде бултхаются. Винди, у меня есть гранаты. А у Ешки. И у меня есть один лакиблок. Давай разобьем лакиблок. Он тут где-то был. Винди. Зелье. Раз, два, три. Подожди. А, да все, расслабься. Ты... А что произошло? Да ты что-то подобрал, я не знаю. Что-то выпало из этого лакиблок. Какая-то фигня. А, да, Lucky Sword. А, во, прикольно. Вот тебе Lucky Sword, сильная пушка. Только почему он выглядит как паука? Да, ну и пусть. Главное, что убьет как Lucky Sword. Ты уверен? Не уверен. Попробуй вот ударить. Ну ладно, проверим. Ну, меня, блок давай. Блок name, блок ID, метадата. Ой, фига себе, нормально. Я тебя ударил? Да, ты меня откинул, у меня как бы очень неплохо сломался нагрудник. Жесть. То есть это сильный меч, да? Ну да. Слушай, у меня, короче, плюс 6 от... О, у меня, короче, есть перчатки, которые дают мне 6 этих... 6 дамага от меча. Плюс 6 дамага от меча. Ух ты! А как их использовать? Куда их положить? Одень. Я не знаю, нажми на них правой кнопкой. Я пытаюсь вау, сейчас. Вау, я тут, кажется, нашел ловушки какие-то. Все очень темно. А, блин, я, короче, их могу одеть вместо... Смотри, Винди. Я могу их одеть вместо своего нагрудника. Ты где там? Тут какая-то комната с кучей ловушек, которые я прошел. Похоже, просто так, по фану. Сейчас я освещение сделаю, подожди. Почти получилось. Прикольно, я, короче, вижу это все дело. Я стрелу-то заберу, у меня стрелы пригодятся. Сейчас мне надо сделать посветлей. Угу.
Так, короче, все, поскакали. Бам, 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 пара, пам, пам. Так, я прошел ловушку. А вот. Ой, да хорош уже, что ж, да что вы делаете-то, ё-моё? Зачем туда идти? Я туда тоже проходил, но там ничего нет. Это тебе кажется, что тут ничего нет? Тут стеллажи книг, которые можно сломать. Да? И там, господи, там всадники! Всадники! Еще данж! Новый данж! Боже мой, жизни мало, жизни мало! Ладно, я сейчас попробую через верх пробраться. Вау, я бью сильно! Ну, я тебе говорю, ты их должен отбрасывать. О, фига себе, сразу в один присест. Да у тебя меч сильнее моего. Откуда ты его взял такой? Смотри, Винди, слушай, давай, короче, соберем кучу этих монстров и гранату им кину. А, слушай, вот вход, походу, это вход, Винди. Да? Вот, смотри, это вход в эту башню. А-а-а. Лом. А, тогда наверху то, куда мы должны добраться. Ну, и мы же там уже были. Так, меня тебя убили. Меня убили, да, все чмо. А я скину гранату. На тебе, тварь. Неплохо, смотри. А что с ним приключилось? 8 урон нанес. Ну, прикольно, граната. А, вот, я выбрался наверх, тут маленький эндермян. Куда ты выбрался? На какой-то верх выбрался. А там есть лесенка. Пойду, я пойду посмотрю на самую верхушку. Слушай, вот, смотри, вот по лестнице поднялся. А, вот мы поднялись по лестнице, вот этот форт. Я все понял, короче, мы его изначально не с той стороны зашли. Мы его прошли, но вот наоборот. По спиральке мы его прошли, по спиральке потом зашли, вот вышли наверх. А что вот дальше? Вот мы наверху, и что дальше? Всё. А, вот, вот, вот тут вот наверху много сундуков. Где? Вот. Ну ясно. О, бублган. Ну и ладно, ну и ок, так, Infinity Orb'ы всякие. Project Protection. А как тебя это? Много, сделать? Много раз меня. Во-во. О-о-о! Ой, ой! Буль. Так. Sunstone Stick. Блин, а я не могу летать в этом. Могу только подниматься. Spiked Gloves. О, я тоже нашел себе штуку, которая... Да-да-да, те же самые. Нет, это дамаг. Это ну? Как меч, понял? Нет. Да, ты его можешь одеть. Нет, это как одеть, как меч. Смотри, смотри на меня. Да? А? Это вот вместо, вместо нагрудника одевается. Хм. Прикольно. Ладно. Ау. Это... Ау. Это некрасиво. Ты хочешь драки, да? Ты хочешь драки? Ну. Окей, ладно, все, ты пошли ко мне. Так, оу, щит, давай, 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 давай. Попади по мне, давай. Хоп. Буль. А теперь ты давай так же. Ну, ну. Бульк. Что это за крутяшка? Что это за крутяшка? Черепаха, огромная черепаха. А это что за йети? Йети! И черепаха. Йети, ты же миф! Был миф. О, из него сердце. Слушай, я съел сердце этого йети, теперь я мужественнее. Я альфач. Альфач. Тихо, не мешай мне. Помнишь, что я бы хотел сделать? Ты хочешь издеваться над этой тортилой при помощи говна? Ну, взяли, мы хотели в черепаху. Вот, натя, тварь. Натя, сволочь, натя какашкой. Она в спанзак скатывалась. Ой, она раскручивается, воу. Ты что делаешь? Женщина, ты что? А? Куда ты? Куда она полетела? Я не знаю, ну ладно, окей. О, там парень, слышишь, в воде парень. Ну, это эти монстры все те же, мы их посталкивали вниз когда. Блин, гигантская черепаха, это прикольно. Значит, Шедушка. Следующее наше задание. Найти данж. Да, найти дракона. А знаешь, давай сейчас сделаем. Давай сейчас ТПшнися, пожалуй, домой. Фух, жесть, короче. Приключения на каждом шагу просто. Вот ни дня без приключений. Так, Винди, знаешь, что делаем? Сейчас я возьму ТПшусь себя домой. Ты ТПшишься ко мне. Где мой дом? Ага, вот мой дом. Ты ТПшишься ко мне. Я сейчас сделаю из эндерперлов. Сделаю эти... Господи, другие, короче, клевые перлы, которые показывают, как, куда нужно лететь. У меня есть еще 5 эндерперлов. Подожди, а эндерперлы, они кидаются, а жемчужины, да-да-да, жемчужины, они высыпают. Так, короче, у меня есть этот стик, или как он там называется, стик? Нет-нет, стик это палка. Подожди, как называется слизь? Слайм. Слайм. Во, у меня есть, короче, один слаймбол, это шикарно. Мне хватит даже одного. Так, один слаймбол и один блейзовый порошок. Должны дать мне, да, магма, эту хрень. Далее, по-моему, из этих двух вещей. Так. Или не из этих двух вещей. А, вот, просто из порошка.
Короче, у меня есть 10, у меня есть 12 этих, у меня есть 12 эндер штук. Кто меня бьет? Ты, подожди, это говно что ли отравляет? Да. Мои кокуленьки отравляют. Эй! Эй! Кокуленьки отравляют. Так, ну, смотри. Види, у меня есть, короче, 12 эндер глаз. Давай сейчас я их немножко размножу. Самую малость, самую вот чуточку. Дюб. У меня их знаешь сколько? 4 стака и еще столько же в этом лежит. Ого. Так. Ну что ж, пойдем искать данж. Дракона. Ты не поверишь, но я ни разу в жизни вообще в Майнкрафте не искал дракона. Поэтому да, расскажу, как это делается. Запускаем, смотрим, куда летит. Летим за ним. Он выпадает или взрывается рандомно. Он исчез. О, сейчас он взорвался. Так, вот летим, короче. Знаешь, можно, короче, найти данж за буквально там 5 этих глаз. Вообще, это максимум 5. Просто у нас есть возможность, поэтому мы ее используем, у нас их очень много. Вот просто летим по направлению. Допустим, пролетели блоков там, не знаю, 50. Вот сейчас, допустим. Ага. Запускаем, смотрим, куда он летит. Куда он полетел. Вон туда полетел. Все, летим дальше. Понятно. На это выглядит нетрудно. Да, и рано или поздно он приведет нас прямо вот, он к порталу привозит нас. А, то есть портал строить не надо, он сам как бы там. Да, ты что, там есть специальный данж, крутой данжен, в котором есть портал, который тоже нужно зачистить, кстати, данж. Вот, ну и нужно по бокам у этого портала выложить эти эндерглаза. О, да, эндерглаза, так, вот летим туда. Слушай, он меня, по-моему, к первому дому ведет. Лол, ну ладно, летим. Да? Серьезно? Но, там мой первый дом. По-моему, данж должен, по идее, спавниться, когда создается мир, мне кажется. Ну, он либо спавнится, когда создается мир, либо... Ну... То есть он что, один на весь мир получается? Ух ты. А портал to Nether has been created. Ну и ладно, это рандомно появляется, видимо, по миру. Так, я куда спустил-то ее? Вот, полетело. Ага, вот видишь, они все в ту сторону летят. Но они почему-то назад возвращаются. Нет. Ну, они падают просто. Они останавливаются и падают. А, то есть ты можешь их снова подобрать, да? Да, они могут рандомно либо взорваться, то есть бум, и все, исчезло, либо, ну, просто выпасть опять. Угу. Ясно. Так что все изи. О, пиратики, привет! Бай-бай. Кокулинку вам на голову. Голубь. Голубь с такой большой кокуленькой. Так, ну запускаем. Опа, вот теперь немножко скорректировали направление. Окей. Что-то там. Ну, короче, вот всегда, когда я находил дракона, его место было недалеко от спауна. То есть вот сейчас вот мы летим примерно к спауну. Mm-hmm. А может нам сразу тпхнуться на спаун тогда? Ну, давай попробуем. Давай, короче, сейчас я тп. Сделаю тп прямо вот к нашему, к своему первому дому. Ностальгия! Ностальгия, ностальгия, ностальгия. Всякие механизмы тут стоят еще. О, да, моя водяная база. Боже, как же давно... Ты на озере пытался ее построить? Нет, тут было это. Я просто зачистил и построил под себя. Ага. Прикольно, господи, как же давно это было. Окей, ладно, запускаем, смотри, вот сейчас запускаем. Вот туда полетело. Во. Есть контакт, хорошо. Мне кажется, она где-то вон там в тех лесах должна быть. Привет, ваш лошадиная рожа. Лощадочка. Лощадочка. Ладно, летим дальше. Фонгербунек. Вот смотри, вот лес спустили. Чуть за лес такой чудной. Бамбуковый. Прикольно, тут даже свет другой. Ну да, потому что все зеленые, все дела. Хм. Так, хорошо. Ну, надеюсь, он будет не под водой. Я не хочу, чтобы он был под водой. Реально, запаримся копать. Да, не-не-не. Запаримся копать. Ладно, летим дальше. Фух, блин, тяжело на самом деле искать данж. Очень тяжело. А это особенно учитывая, что мы летаем. Мы летим, блин, какой мутор. Мы летим спокойно. А у нас бесконечное количество этих глаз. Мы рано или поздно все равно это сделаем. Вау, слушай, красивая внизу полянка. Да. Такое, то ли текстурки новые, то ли я не знаю. Нет, просто другие текстурки немножко. А-а-а. Угу. Ух ты, летающий А, понятно. Это воздушный шар. Угу. Так, запускаем. А ты видел летающую крепость? Куда он улетел? Ага, вот сюда улетел. Не, он тут рядышком совсем, он чуть недалеко улетел. Смотри. Не, ну куда, блин, куда ты летишь, сволочь? Та-та-та-та-та-та. Ладно, окей. А как мы поймем, что он именно прилетел? Он остановится. Мы будем запускать, и он будет найти место восстанавливаться. Вот, видишь, он по обратную сторону. Вот. А, значит, он здесь? Где-то вот здесь. Смотри, запускаем. Куда он летит? Да. Куда вот прилетел? Он прямо сюда, вот он, под тобой. А, все, вот, смотри, запускаем, видишь? Вот. Значит, прямо под нами этот самый. Так, и что мы. Портал. А, вот, тут. А, это улей. И что мы должны делать? Мы должны. Тебе точно сказать, что мы должны делать? Копать. I am a dwarf and I'm digging a hole. Dig, dig a hole. Dig in a hole.
I am a dwarf and I'm digging a hole. Ты странный. Digging a hole, digging a hole. Я просто лечу у тебя. Ни хреново так. Ладно. Ладно. Лава-монстры всякие разные. Ну еще, а где здесь? Рано. Сейчас я не хочу драться с этим лавом. Блин, тварь, идите в жопу. Все, я ушел. I am a dwarf and I'm digging a hole. И все дела. Я копаю дальше, короче. На меня напал сундук! Какое только дерьмо на тебя не может напасть? Почему? Чего, убили что ли? Нет, нет, не убили, но я близок к этому. Отлично, я к тебе доверхнулся. Да, я просто бессмертен для лавы, мне ок. Сейчас, погоди, я, кажется... А, блин, я под этим гребаным озером. Что такое? Что? Где? Где данж? Подожди, что за сундук? Тут сундук стоит обычный. О, лол, тут обычный поушенный. Ладно, ок. Только не говори мне, что тебя убил обычный сундук. Меня убило все. О, вон, вижу. Что здесь меня убивает? Лол, окей. Так, ну, короче, где-то здесь есть вход в этот данж. Где-то здесь. Ну, кинь еще раз эту штуку. Ну, она нам покажет примерно то же самое место. Смотри, запустил я ее. Вот, видишь? Вот. Да, вот. То есть она показывает где-то здесь, типа, да, есть она. Ну, смотри, видишь, я их много штук запустил, они все вот сюда, в эту точку. То есть, ну, вот, по идее, нужно копать дальше вот здесь. Ну, просто копай. Эти монстры, они не дадут мне это спокойно сделать. Блин, гребаные монстры. Я пробую сейчас прокопать еще глубже. Вот тут лава, короче. Угу. Лава это плохо. Давай ее заставим просто вот так. Ау! Зомби-ди что-то. У тебя есть, слушай, у тебя есть эти факела? А у меня, походу, моя, это уже не запускается. Кто? А, мое кольцо. А, ну может быть ты ее сожрал. Ну, уже батарейка села. А. А, ладно, может. Ой-ой-ой, лава, вы... лава, все, хорош. Винди, у тебя факела есть? Нет. Ну, ой, да ладно, ну хватит меня убивать! А! Во, я знаю, как сделать. Короче, сейчас. Ну, давай, ломайся. Буль. И вот сюда плиту. Все, готово. Освещение есть. Ай, да пшти, пускайся. Так, подожди-ка. Это все, админиум, бедрок. Ну, значит, нас обманули. Это как так-то? А что там должно быть? Крепость должна быть. Не похоже, что это крепость. Может, на выше? А может, это и есть крепость? Нет, нет, там на крепость. Может, она выше, слушай, может, мы ее пропустили? Я человек, я паук, я ползаю по стене. Жестишь. И что там вижу я? Ничего. Ладно, окей. Короче, ладно, ребят, мы, короче, пойдем искать данж, а когда найдем, мы продолжим. Если вам понравилось, можете поставить палец вверх, смело поставить палец вверх, подписаться на наши каналы, писать свои пожелания в комментарии. Ну и на этом все. С вами был Шет и Винди, всем пока. Всем до новых встреч, всем пока.